Понимаешь, просто твой зад реально в кадр попал. То есть мой зад в кадре, фокус. Да. Фокус. Самое интересное, что я уже начал, и мой зад в кадре. Это прекрасно. Я тоже уже начал, и это GTA Online, друзья мои, по-прежнему, и долгожданные миссии, как многие просили. Да, кстати говоря, поехали. Мы решили повыполнять миссии, и сейчас мы посмотрим, как у нас это получится. Вообще, с оружием у меня все хорошо, я как бы вооружился, можно сказать, до зубов. Необходима пока, авторизация наверное... пользователям Рональд Яковски. Выполните подготовительное задание по авиагрузу. Поехали? Ой, куда это я? Доставьте Могуль в ангар. Могуль? А ты где вообще? А, тут. Вот, все, я тут. Выпьем же за это, чтобы новые друзья были лучше старых. Старые собаки научились новым трюкам, блядь. Раз уж на это все компьютерная симуляция, какая разница, сядем в тюрьму или нет? Охуенно, блядь. Так, подожди, а где чего доставлять? Наша первая цель — это груз пропащих. Расправьтесь с охраной и доставьте самолет в ангар. С охраной, блядь, хуёво. Как только в системе появится товар, приложение будет активировано. Ты кого-нибудь здесь вообще видишь? Нет. Вот там, а, вон, заберите Могул. 20 минут дается. Блядь, а где? А где Могул-то? Где он? Ёбаный в рот. Он вот на пирсе, на пляже. Я поставил на метку. На пляже, где эти колесо обозрения. Хорошо, так, тогда надо как-то. Давай возьмем тот. Давай возьмем тот самолет. Давай, давай, вместо, давай, блядь. Ага, давай. Вот давай, это давай, хорошо давай. Будет. Давай. Ну что, ребят просили попробовать миссии. Мы попробуем. Мы попробуем сейчас. Получится, попробую, не получится, да. Это уже не от нас, блядь, зависит. Хотя будем стараться. Так, ты там это самое сиди, пока немножко по это самое. А по... я зашел в ангар. Не заходи я в ангар, думал, пока. Что... Я ж зашел. А может, уже. Мы там вдвоем сможем сесть? Не знаю. В ангаре прямо. Сядем мы с тобой не только в ангаре даем. Сильно. Мы можем взять вот этот охуенный, блядь, смотри, самолет. Не, он слишком большой, нам надо покомпактнее. Он будет очень долго лететь, да. Да. Вот, садись за рульчик. Рульчик, блядь. Так, смогу ли я тут, ну, я боюсь, раз что ты я не уже сможешь. В банде. Ну подожди, раз я в банде-то. Ты в банде? Да ладно вам, ну я же... А, ты садись, давай. Что он делает? Получается? Садись. Он что-то как-то не очень адекватно сидит. Хорошо, я сейчас его выкачу. Ну подожди, я... Марин, куда пошел? Кто? Куда пошел мой домой? Все, Могул, у нас 18 пошел. Минут с тобой, чтобы ты долетел до пляжа, чтобы мы забрали нужную нам вещь и улетели нахер оттуда. Давай забрать. Да, только один вопрос, как я буду на этом скоростном самолете лететь до это пляжа не скоростной, и не разбиваться. А ну, попробуй, он очень маневренный. Давай попробуем. Он достаточно маневренный. Я знаю, да. Ладно, садись, окей. Где ты? Угу. Что ты там? А. Вот, давай, все, давай, все, давай, все, давай, все, быренька, быренька, у нас время. Время, вижу, блядь, вижу, так, вижу. Сука, всегда бесили люди, которые, блядь, каждую нахуй себе говорят, время, давай, быстрее. Скорее, ага. Так, все, полетели. Полетели. А, давай направо, наверное, и там ты попробуй, поставил? Да? Ну, вообще, сейчас, вон меточка сейчас. У нас, видишь, есть. Ну, давай, мне хотя самое ты и здесь главное, лететь, наверное, должен. Я взлечу. Сейчас взлечу. Будет печально, если ты не взлетишь. Да, это будет грустно. Ну... Давай, я верю в ну, тебя. Взлетай, говно, блядь, что случилось? Во, отлично. Все, налево сука. Улетаем. Вон я понял, есть. Да, все, я сейчас вышку просто облечу. Все, давай. Попробуем, вообще прикольная тема. Ты тем более вроде любишь, да, самолеты, сколько я знаю. Летать-то я люблю, я садиться не люблю, блядь. Окей, ладно. Ладно, сейчас попробуем. Тихо, он какой-то слишком резвый. Он очень резвый, да, я тебе про что и говорил. Так, судя по карте, мы туда прибудем минуты за 4. Uh-huh. А, значит, на берегу, на пляже находится груз. Могул какой-то. Так. Я не знаю, что это. Ящик синего цвета. Мы убиваем охрану. Так. Собираем ящик. И летим обратно. И всего-то, да? Бля, вроде бы город. Не так сложно, бля. Охуенно, какой что-то. Красивый, сука, город. 13-го года игра, если я не ошибаюсь. Ночной, 13. Да. На как красиво сделано, да? Но она, конечно, обновлялась еще, естественно, бля. Она но так же, по-моему, она... выглядела. Мультиплеер, друзья, урезан по графону. Что? Урезан по графону мультиплеер. Всегда во всех играх да. Мультиплеер режут. Да. Графика хуже, эффектов многих нет, животных нет. Ну, ты же помнишь, что в одиночке это я все помню, красивее. Помню, да. Ты перелетел место. Я понял, но мне как сесть-то? Блять. Шасси для начала выпусти. Да, блять, какой он маневренный, господи. Так, хорошо, давай это вертуха сделаем. Может, я не знаю, нам, наверное, нужен все-таки это. Хотя там самолет. Олег, давай спрыгни с парашюта. Ты уверен? Да. Хорошо. И я спрыгну. Бля, может не надо? Блять! Тихо. Так, я прыгаю, давай. Да. Ты знаешь, сколько самолет этот стоил? Я понимаю, но я здесь не сяду никак, блять, на нем. Ну никак просто. Я разобью, я бы разбился точно. Особенно на пляже. Ну ты же понимаешь. Так же, а. Так бы я, может быть, где-нибудь бы сел, была бы там где-то ровная. Но. Есть самолет. Так. Самолет стоит здесь. Я понял. О, тем более. Там стоят какие-то хуи.
в машине, так, все, блядь. Отлично, отлично, отлично. Ты где? Я тебя вижу. Я вот прямо рядом с тобой. Так, мы удачно сели. Сели, да. Ну что, автомат берем. Аккуратно, только очень аккуратно. Я не вижу бич. А вон они стоят, вон они стоят. Есть, да? Много их там? Да, парочка. Так, двоих я убил. Да, двоих убил. Вот машина, сколько у них тачка. Тачка действительно. Так, Алекс, вот груз. Вижу. Вот, нам надо этот самолет, короче. Ой, нихуя самолет. Да, так, нихуя себе самолетик. Вдвоем сядем сюда? Не, ну, вроде бы должны, мы же в РК. А, ты садишься за пулемет, смотри. О, окей, отлично. Давай. Давай, садись. А, нет, ты просто рядом сел. Все, полетели. 15 минут у нас есть. А или нет, подожди, помогите доставить в ангар. Удерживайте перемещаться между турелью и транспортом, давай. Я вижу, да, это, ага. Лети, лети, лети. О, я за пулемет. Ага. Что это было? Ой, блядь! А, это ты выпустил это, отвлекающую хуйню, да? Блядь! Какой ужас! Он такой тяжелый, это пиздец, а! Сука, неподъемный кит, нахуй, а? Я прямо в кресло вжался даже, блядь, реально. Да, теперь все видят, что мы летим. Бля, что да, все хуй... игроки в этой сессии, а да, это сколько? Да, я понял. Сколько это людей? Я-то агрился-то в тот раз. Четыре человека. Нас... Нет, два человека. Нормально, летим. Ну, хорошо, что... Я очень лицо, надеюсь, что они не будут ничего делать. Я тоже очень на это надеюсь. Я-то в тот раз, блядь, ругался там на чувака, говорю, что ж ты сделал, ты идиот, что ты нас бил. А он специально это сделал. Кто-то настучал, копы погнались да. за вами. Мне нужно было бы об этом подумать раньше. Извини, избавьтесь оторвитесь от хвоста. От полиции, я сейчас блядь. Лестеру позвоню. Не думаю, что просто звоните Лестеру. Давай. Сейчас Лестеру звякнем нормально. Слушай, пока, к счастью, вроде бы летим спокойно, блядь. Я понимаю, что все в курсе, блядь, что мы летим. Все, я снял, 400 баксов отстегнул. Так устроился там в кабинке. Хорошо тебе там, блядь? Охуенчик, да? Да-да-да. Так, теперь мне его надо как-то посадить. Блядь, ты какой он охуен. Так, посади, кстати, да. Ты должен сесть, вон полоса, видишь, желтым горит слева. Я вижу, вижу. Красно-желтая, налево сразу. Вижу, да. Там его сади. А как мы, блядь, в ангар же надо его посадить, ебаный в рот. Ну, я... Смотри, Алекс, нет, не доедешь. Ты должен развернуться с моря, и с моря, наверное, его сажать, я думаю. Ты шасси выпустил? Да, шасси вот. Выпусти! Есть? Так выпустил. А, же. Есть? Нет? Фух, бля. Да. Хуй знает. Как ты его... Ты туда не завезешь его. Фишка в том, что ты должен с моря сесть на противоположку там. Понимаешь? Ладно. Я ж тебе о чем и говорил, что... Либо тут вот поворот... Поворот был! Поворот, блядь! Я понял, я поверну. Он просто очень не... Он очень... Ты же понимаешь, я понял, да, он, сука, такой неповоротливый, блядь, а. Вот отсюда, да? Да, только, бля, направо уходи, я тебя прошу. Ты не туда куда-то летишь вообще. Понял. Нет, я ты же сюда, ты что, здесь его реально посадишь? Да, а чё? Попробуем, да хуёво, блядь, будет, да. Хотя я знаю, ты хорошо летаешь. Так, тормози. Тормози, пожалуйста. Блядь, не тормози, взлетай, тормози, нахуй. Просто нажми тормоз, и все. Я жму. Все, тихо. О, сели, нахуй. А сели, шасси так, где, блядь, шасси? Надо вот туда доехать, да? Как? Надо вот это именно на самолете было сделать, да, или чего? Да, наверное. Ёб твою. Подготовительное задание. Блять, как? Получено. Почему? Как не удалось-то, блядь? Ну что ж, я ж почти прилетел. Да вашу мать, вы что, издеваетесь, а? Ты чувствуешь? Это надо было сесть именно в кругляшок, что ли, в тот? Да. Ёбаный. Ты же шасси не открыл, у тебя сломались колеса. А я думал, мы можем и отсюда все выгрузить и просто донести, блядь. Нет, придется заново все делать. Так, ну что, мы подлетаем. Значит, попытка номер два, дубль два. Короче... Естественно, садиться я тут не буду. Я выпрыгиваю, Олег, советую тебе сделать то же самое. Бля, как ты эпично сделал! Советую тебе делать то же самое. Потому что... Так, куда мы садимся, скажи мне? Ну, вон туда. Я так понял, что где-то возле моста, что ли. Или они едут, блядь, хуй поймите. Вон, смотри, видишь, да? Вот если это на радаре то, что я вижу, как будто бы вот, ну, типа такого сундучка. Сундучка. То это... Ага, то это значит то, да? Все правильно. Бля, ладно, я умер! Вперёд. Сука, я разбился! Как? Я случайно Юса? Разбился. Да я сейчас живу, наверное. Надеюсь. Давай, живи. Потому что жизнь вроде бы есть, да? О, нормас. А где нормально, ты хер... живой, да? Забери Могул. Сейчас заберу, бля, Могул, блядь. А ты на мост сел или ты вниз сел? Я под мостом. А, ты под мостом. Я под мостом, но мне кажется, что это не очень то место, которое мне надо. Блядь, давай, я думал, тоже на пляже. Я думал, на пляже подожди. Реально будет. Подожди, давай, я тоже сейчас. Блядь, он под мостом под реально. Мост? Тихо. Да? Сейчас вон эти поцики стоят. Так, я сел. Отлично. Значит, смотри. Все. Я вынимаю автомат. Отлично. Все, там два человека, там вообще по-бичевски все. Угу. Так, вот их машинка здесь.
Куча груза под мостом. Как они? Мы отсюда как-то должны выехать с тобой. Я понял. Ты где? Тут какие-то люди. Ты тачку угнал? Бегут. Нет, я просто бегу к тебе. Сейчас бегу. Давай. Угу. Я не уверен, если ты там прыгнешь, ты можешь... Хотя ты не умрешь. Не умрешь, наверное, я думаю. Так а я же под мостом-то. А, под мостом, заебись. Да. Как они сюда самолет, блядь, припарковали вообще? Как там самолет стоит? Да, тут самолет стоит. Ты под мостом? Все реально? Да. Чуть я не вижу. А, вижу. Смотри, где они самолет поставили. Я обошел просто. Ты посмотри, где него поставили. Как мы тут будем слетать? Я не знаю. Вообще не шарю. Я предлагаю, короче, тебе выехать туда, вот из-под моста, наверное, да? Ну, как-то надо попытаться это сделать. Давай попробуем. Давай попробую, да. Сел? Где ты там? Вижу. Да, он очень долго, блин, обходит. Ой, блядь. Ладно. Бля, ну это пиздец, конечно. Ладно, сейчас будем пробовать. Смотри, уходи направо, чтобы крыло слева не сломать, наверное. Хотя, блядь, понял, справа оно может сломаться, пиздец. Или просто на катиком аккуратненько. Нет, оно справа скорее. Смотри, даже оно трется, блядь, в любом трется, случае, да. Ты видишь? Я вот давай левее немножко слева. Давай. Ну, давай чуть левее. Давай. Как ты отсюда вылетишь? Я под мостом предлагаю, давай я вот тут сейчас разгонюсь, подожди. Ты уверен, он же тяжелый, блядь. Да. Он, блядь, тяжелый. Ну, попробуй, если ты там, над тем дальним... Давай. Прямо и над тем большим. Да. Давай. Сука, охуеть. Да, взлетел. Наконец-то. Вот это хорошо было. Так, все, блядь, так, нахуй, я сейчас ее убрал. Да. Окей. В тот раз мы наделали массу ошибок, в смысле, я наделал массу ошибок. Во-первых, я, видимо, не выпустил шасси, хотя я думаю, что выпустил. Во-вторых, а мы немножко не докатились до цели. Совсем чуть-чуть. Я поставил меточку, если что, вон у тебя фиолетовая. Ну ничего страшного, понимаешь? Ну бывает. Да, ну бывает. Мы миссии вообще в принципе с тобой не выполняем, мы с тобой миссиями-то особо даже не балуемся. Сейчас просто мы вот как бы решили что-то сделать. Я помню, что миссии у нас всегда шли не очень хорошо. Всегда все было по хардкору. Как это, Спасковского или кого-то? А, помню, да, спасали из тюрьмы. Это я помню, я этого, блядь, никогда не забуду. 100 миллионов раз попытки были у нас. Нормально. Это было прекрасно, конечно. Так, ну мы пока летим, пока вроде все хорошо. Пока вроде нормально сюда. А, копы. Сейчас я это зву их быстро. Копы, да. Плюс 7 игрокам на сессии сообщили, что мы летим. Да. Угу. Я думаю, тут 2 человека играет. Может быть, не будут агриться на нас. Ну, надеюсь на это, да. Но копов я слышу. Все, я убрал. Давай. Окей, my friend. Окей, my friend. My little friend. Окей, my little friend. Your friend is very big. Блять, как я сейчас буду садиться опять, я не знаю, блядь. Я тебе говорю, там ты заворачиваешь, как ты первый раз сел, на противоположную сторону, так же там попробуй. Главное, чтобы у тебя было шасси. Тогда я сейчас заранее возьму левей. Да, я понял. Тогда я сейчас возьму левей, погоди. Сейчас, давай, я... Главное, шасси, и там уже дело в шляпе. Да, буду сейчас пока лететь вот так вот. Главное, да, главное сесть именно на шасси. Я брюхом плюхнулся нахуй. Это было охуенно. Да, я так понимаю, что шасси либо сломалось, либо ты забыл активировать. Нет, я его просто, видимо, нахуй не выпустил. Я просто плюхнулся брюхом. Так, смотри. Значит, да, я понял. Значит, я облетаю со стороны моря, окей. А, это дом этого Мартина Педроса, или как там его зовут? Ну, типа того, наверное, да. Помнишь, Мартин был такой у нас? Да, помню, конечно помню. Значит, мне надо смотреть, что сейчас будет сделать. Облететь конкретно. Облетаешь вот эту кишку, да, справа. Со стороны океана, да. 13 минут, я думаю, хватит вообще с головой. Время-то у нас есть. Лишь бы только не разбиться. Блин, там такая хорошенькая полоса взлета. Так, шасси я выпустил. Бля, если кто-то думает, что это очень легко и просто, это не так просто. Не, нихера. Нихера. Тем более на этом, блядь, самолете, нахуй. Во-первых, на котором я еще ни разу не летал. Во-вторых. Так, пробуй. Чуть лев... Ты не сюда, не туда. Я понял, я потом все-таки давай ее лучше заверну. Бля. Нормально. Ты уверен, там же, по-моему, эти заборы. Я заверну. Окей. Главное тут остановиться. Все хорошо. Да, остановитесь. А, мы завернем, смотри. Да, вижу. Все нормально, да. Все, отлично. Вот так и надо было сделать в тот раз. Ну, видите как, да? Ну, не все с первого раза, окей. Видите, как я в этот раз аккуратно. Только не сломай ничего. Не-не-не, я очень ювелирно смотрю. А где тут груз находится? Тут вообще есть хоть отсек какой-то? Не знаю. Сейчас будем надеяться на лучшее, как говорится. Все шикарно, смотри. Все красавец. Шикарно. Вот. Все охуенно, бля. Вот это да, бля. Вот это я понимаю, сели, блядь. Смотри, нахуй, а. На сели, бля, не укачало даже, попробуй, да? Даже да, ни разу, блядь, так не туда потрясло. Вот как-то в да, в да, круг. Да. Ну я думаю, что если мы уже на радар станем, это уже будет автоматом. Да, по идее, если ты встал, то хорошо. Все?
А, е! Шикарно! Красавчик! Ну, ладно, с подготовительным заданием мы, предположим, справились. Теперь можете заниматься доставочкой. Сейчас посмотрим, что там есть. Давай посмотрим, что это такое, да. 2300 заплатил. Ты чё, бля, сколько денег? Опять персонал. $300 ассистенту, $300 механику, 2300 за тачки, 1 000 000 за машины. Чё-то всё дохуя дорого, короче. Ну что, прекрасно, он говорит. Ну, данные о Грузии занесены, система работает. Так, ну что, предлагаю опять зайти в офис, да? Да, сейчас бежим. Ага. Рон, хоро пиздеть, братан. Действительно. Я тебя умоляю, блядь, ну серьезно. Ну, я тут думаю, люди что деньги будет... делают. А тут люди зарабатывают, да, а ты какую-то хуйню там несешь. Так, ну я думаю, что... Ты можешь на диван сесть, по-моему, у меня там где-то диван был. Я так понимаю, что сейчас будет задание гораздо уже посложнее. Побухай немножко, покури. А там есть где? У меня всегда все есть. А я пока поработаю. Здравствуй, мой деловой партнер, говорит Рон Джиковский. Черт, зачем я имя-то сказал? На заметку, не забыть потом это вырезать. Ну, это он говорит. Я понимаю. Эта запись посвящена основам нашего бизнеса. Так, Хартреди, достать. Наркотики, химвещества, медикаменты, трофеи, табак, контрафакт. Что ты хочешь? Ну, не знаю, давай что-нибудь типа с контрафактом. Блять, химвещества, это будет жестко. Драгоценности. Это очень опасная херня. Давай начнем с наркотиков, самое простое. Давай. Нихуя себе, блядь. Охуенная игра, да? Окей, ладно. Так, что-то загружается. Доставить наркотики в ангар. Кража, мы должны украсть наркоту. Я понял. На этот раз красть вам ничего не придется в кои-то веки. Искомый товар отдадут даром, если мы защитим груз, принадлежащий другой группировке. Возьмите вооруженный самолет и сбейте всех, кто попытается вас перехватить. Они вооруженный скинут вам... самолет? Они скинут вам груз, бля. Бля, вооруженный самолет. Доберитесь до Титана. Сейчас скажу, что надо до Титана добраться. Где он вообще, блядь, находится? В какой жопе мира его за... Блядь, где он? Что-то я самолет какой-то на радаре вижу. Это, блядь, нормально? А где Титан-то? А, вон, по-моему, смотри, вот там. Подожди, а вот там что стоит? Что-то блядь, я самолет какой-то вижу. Он нам очень нужен? Самолет? Ну да. Так это он и есть. Да, это он нам и нужен. Он, да? Ну все, да, тогда. Вон. Так, тогда походу, вот. Походу, наверное, да. Я думаю, что он нужен нам, давай. Ага. Так, Алекс, так, я буду стрелять пытаться, наверное, а ты будешь есть. Давай. Да. Ну хорошо, ну сейчас попробуем. Если опять у нас не получится, ну уж не обессудьте. Ну постараемся. Будем прикладывать максимум усилий для этого. Да. Так, хорошо, садимся. Ну он прикольный, кстати, мне он нравится. Тут можно вдвоем супили-вили разные делать. Давай. Разные вещи. Отодвинул просто. Че это за хуйня была? Нихуево, да? Нихуево, я тебя, блядь, дура, блядь, что? Как там взлетишь? Взлетишь же, да? Вон прямо можешь летать. Прямо? Так, смотри, значит, что мы делаем? Сейчас скажу. Там, блядь, полосы. Давай. А может, хватит? Ой, бля, он где-то возле воды, смотри. Мне хватит, блядь, взлететь? Да, хватит, отлично. Короче, смотри, нам в океаны надо. Так, я пересаживаюсь за турельку пока. Давай. А ты отметь. Это что такое сейчас будет? А, все хорошо. Все нормально. Нас уже целится, что ли? Нам куда лететь-то? На радаре что? Я тебе пометил радар. А, пометил? Да. Нам в океан нужно. Вижу. Ага. Так, тогда мне надо развернуться. Над этими виноградниками. Охуенная штука. Так, самолет летит где-то здесь. Тихо. Что-то ты уже, блядь, маневренный, а? Маневренное дерьмо, да. Вон туда летишь, да, вон в океан прямо. Вижу, и там, вижу, он, короче, вижу, где-то будет. А как они груз, блядь, в воду упадет он или что? Я чуть не понимаю. Я правильно лечу? Доберитесь до Титан, нам говорят, да. Ты правильно, так правильно он летишь? На берегу, что ли? Он в воде, над водой летает, где-то в океане. А, блядь, так это война сейчас будет. Сейчас будет по полной программе. Так, ну что, смотри, самое главное... Лети, нормально. Лечу. Да. Я думаю, что вижу... Можно от первого лица эпично делать, да. Давай попробуй. Ти, он где-то там, мы его должны увидеть. Я понял. Что-то звук? Блядь, что это звук плохой? Он что? Это что за хуйня, да? Блядь? Блядь, ты что там? Не знаю. Я не вижу просто, что там, я уже не отвлекаюсь. Ты не в воду не падай только. Не, я все лечу нормально. Блядь, там самолет какой-то справа летит. Но он не красный, он нас не стреляет. Ну, налево. Туда, вон, я тебе радар поставил. Я вижу. Нихуя он там, блядь. Маневрирует по полной просто. Давай, нормально. Да, лечу. Все пока хорошо. Пока да. Пока нормально. Угу. К
Как мы его, блядь, перехватить в воздухе надо? Я вот что-то... он летит прямо, да-да-да-да, смотри, Олег, вон он. Где? А вот, вот, прямо перед тобой. Нихуя не вижу. Сопроводите вот, Титан до точки сброса, он хороший, его не надо убивать. Летим за ним, короче, я буду стрелять по тем, кто будет его атаковать, видимо. Он и летит до точки, где сбросит груз, который мы заберем с тобой. Я понял, понял. Пиздос, я его не вижу, где он, блядь, внизу? Там он справа. Вот справа. Сейчас я перемещусь. А чё, блядь, происходит-то? Он то слева, то справа, блядь, то сзади. Чё за говно-то? Какое говно? А. Подожди, говно, где он там? Я вообще его не слева. Вижу. А, вижу. Я блядь, он высоко. Он высоко. Блядь, там за ним эти самые! Я поднимаюсь наверх! Ой, ой. Сейчас я перемещусь за пушку. Вот, вон они, давай, я поднимаюсь наверх. Сейчас. Блядь, это пиздец. Я поднимаюсь выше тогда. Я думал, а чё ты так низко-то? А я думал, что он там где-то внизу, я же, блядь, не знал, что он там, да. Вот, Олег, давай. Я лечу. Лечу. Так, смотри, стараюсь, там. Блядь, Не, надо выше, я так, это вертолеты, я блядь. Я понял. Эта хуйня не поднимается. Сейчас. Так, по одному попал вроде бы. А, давай. Я лечу уже вверх. Срыв, низкая скорость. Еле летит. Я понял, а что мне делать-то? У меня выбора нету, нам надо его охранять. И нам надо лететь выше. А выше он еле летит. Вот еле-еле, блядь. Вот, все. То есть попасть, блядь. Давай. Только на геймпаде это не очень удобно. Я понимаю. Есть, один да, есть. Да, есть, давай. Так, теперь лево. Давай. Нахуй. Я постараюсь вылететь. Есть. Вот, я, отлично. Все. Хорошо. Так, бля, ты выровнялся? Смотри, он сейчас где-то сбросит. Грузак нам возьмем потом. Привет, Каргобоб. А, бля, охуенно. Бля, сейчас сзади двое. Сзади двое, все. Сука, так, аккуратненько маневрируй тогда. Мне надо что-то назад. Я понял. Назад сдал. Не машина. Хорошо. Это вряд ли. Ну давай я развернусь, погоди. Воу-воу-воу-воу! Чем мне штагами, блядь? Спокойно. Все хорошо, все нормально. Где мы, блядь? Летим. Ты вообще потерялся, нахуй. Блядь, ты их видишь там наверху, нет? Нет, я не могу, ты вердертишься. А, вижу. Видишь, да? Да, но ты далеко. У меня пушка так не вывернется. Сейчас. Он просто очень, сука, маневренный и еле-еле, блядь, летит наверх. Вот, еле-еле. Хочешь верь, хочешь не верь. Ой, бля, плохо. Это, дело. К сожалению, правда. Вот они, да, вижу. Все, да. Потихонечку. Давай. Осторожненько. Да взрывайся, ты педри... Че ж так, бля? Блядь, тихо. Что было? Это было пике, блядь. Крутое пике, блядь. Это было охуенно. Мне повысили уровень, ты прикинь. Блядь, я посидел. Я, видимо, что-то охуенно сделал, не могу с ним уровень. Так, постарайся так сильно не маневрировать, я не попадаю в них просто. Понял. Бля. Так, одного подбил. Одного подбил, он, блядь, лишь бы не ёбнулся в этот титан, не взорвался. Падает же, да? Падает. Так, с одним все. Походу пилота ёбнули. Так, теперь второго надо вырубить. Лети, родной, пожалуйста, я тебя прошу. Давай, сейчас подберем маневрик. Блять! Блядь, тихо. Ой, я уже боюсь в него, блядь, врезаться. Да, была бы нелепая ситуация. Блядь, там еще один летит, на. Еще один? Я ж так ёбнул. Вон он на радаре, вижу, блядь, еще одна. А, не, все, упал. Все, нет. Там один кто-то, да, у них? Угу. Где, блядь, я теряю это все. Сейчас. Блядь, крыло твое мешает. Я поворачиваю. Да. Какая же неуправляемая хуйня, ты бы знал, бля, это просто пиздец. Тихо. Я не могу попасть в него, подожди. Давай. Попали, нет! Ой, там отлетит! Нихуя! Чёрт, ой, бля, это был охуенный эффект. Сколько их там, блядь, еще один на радаре. Блядь, еще один сзади летит. Питерилкин, блядь, а. Ребят, тут заебали число. Да нормально, сейчас вырубим эту шарить. Запас прочности у Титана нормальный, груз. Возрождение транспорта одно, если мы умираем. Ага, хорошо. Вот он наверху, Олег, смотри. Вижу. Ты летишь, ты что ж ты творишь-то, блядь? Я попал летишь в него, еще немножко надо. Летишь ты налево, ты ебаный ты в рот, а? Я тебе налево жму, ты, блядь, чё хуйню какую-то, блядь, снимается. Блядь, там еще один летит. Блядь, там еще один летит. Сука, я с этим не успел. Долго ему еще лететь, я заебался, он, блядь, неуправляемый. Он реально неуправляемый, правда. Нормально, сейчас что-нибудь придумаем. Давай. О, я. Не, выше, ага, идеально. Я бы, конечно, бы из есть, один пулемета есть. Бы тоже, блядь, пострелял, но я боюсь, блядь, в титан нахуй зацепить. Понимаешь, поэтому я не рискую.
Я боюсь, да взорвись ты нахуй уже! Вот. Взрывайся, о, отлично, шикарно. Когда ты груз-то бросишь, блядь, там что, сука, бросай, эти лемминги, груз, блядь, сидят или эти, кто там работает на почте, блядь? Еще двое летит. Твои хуели. Алис, стреляй. Стараюсь. Стараюсь дымиться уже, блядь. Бля, как ты хорошо. Я боюсь титан просто, чтобы, блядь, не врезаться. Не, это самое, зачем ты заманеврировал? Там же нормально все. Не-не-не, там титан просто был, я уже ничего. Окей. Ага. Давай, сука, давай, нахуй. Взорвись, ёбаная тварь. Есть. Уровень все повышен, хорошо? Враг народа мне дали. Да-да-да. Какой враг народа, блядь? Я его защищаю, мне говорит, враг народа. Так, народа, надо теперь, блядь, туда подлететь немножко. Я пытаюсь, да-да-да, я хочу... У него прочность и запас, блядь, меньше половины. Какого хуя? Как он долго, блядь, летит, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Чё за пике, блядь? Ты чё творишь, Он охуел у меня, блядь! Давай-давай поближе, там мало жизни у этого. Да-да-да-да. Упыря, блядь. Лечу. Сейчас, блядь, как давай. Как же это... Как же... Пизда, сука! Ты чё творишь, ебать тебя в рот, а? Ты куда полетел назад, давай? Я лечу. Он неуправляемый кусок говна, блядь. Если бы ты бы сейчас бы сидел за штурвалом... Я бы ёбу дал бы, блядь, я бы разбил нахуй консоль. Ты бы охуел, да. Всё, наконец-то выровнялся. Он ещё, блядь, в пике, блядь, уходит нахуй периодически. Вроде попадает. О, всё, по-моему, падает, да? Падает, нет? Только не в титан падай, блядь, придурок. Смотри, нахуй, как он падает эпично. Yeah. Вау, ед. Yeah, ну что, бросать ты будешь, ебанат? Ну бросай, придурок, блядь, я уже еле, блядь, рулю. Бля, еще два. Еще два? Один еще. Один? Один где-то, блядь, летит. Вон он. Ты его видишь? Да. Я уже нахуй, блядь, не разбираюсь. По-моему, он стреляет, блядь. Стреляет, да? По-моему, он так нихуевенько стреляет, да. Вот, блядь, ну сдохнешь ты, мудак. Надо разве... Нет, надо все-таки, чтобы ты сделал назад. Я понял. Да. Потому что я его так покоцал немножко. Есть! О, е, отлично. Еще летит, сука! Да вы что, ёбу дали, блядь? О, бля. Продолжайте в том же духе, он уже почти у сброса, блядь. Я продолжаю в том же духе, блядь. С мамкой твоей, блядь, в том же духе, нахуй, надо продолжать. А тут надо, блядь, сбросить сраный груз, понимаешь? Сука, нервы, блядь, выдерживают, нахуй. Это нервы, правда, а у меня-то какие... Я вообще сижу весь мокрый. Я так его напряжение, сука, вспотел, как... Потные геймеры будут наказаны, блядь. Тихо. У него жизней мало что-то как-то. Да все, лечу. Я его еле выровнял, блядь, сука. Алекс, бей его, пожалуйста, потому что я уже затормозить не смогу. Все, падает. Падает, блядь, только не в нас, сука! Это было охуенно. Не, все хорошо. Здорово, вы нас поддержали. Я жив только благодаря вам. Конечно, ты жив только благодаря нам. Так что вам практически доля груза. Пока. Он сбросил, все. А, все сбросил. Вон зеленая хуйня на карте, видишь? Давай. А мы можем теперь, блядь, ну спрыгнуть, что ли? Че, давайте. Я не знаю. А если нет. Или мы не можем. А он сбросил груз, как ты его заберешь? А где сяду-то? Где-то здесь. А если я разобью сейчас здесь? Просто шоссе. Хочешь, я выпрыгну? Нет, я боюсь. Олег, выпрыгни, правда. Попробуй выпрыгни. Бля, у меня не показан, да, я вижу. Так, подожди. Я-то выпрыгну, подожди. Я тоже вы... Бля, сука. Я жив пока. Ты живой, у нас есть еще одна жизнь, все хорошо. Все нормально, блядь, хуй с ним. Все нормально, все хорошо. Чем так, блядь, нахуй, подбирай, смотри, я сейчас сяду, блядь, нахуй, в автомобиль. Стой. Сейчас я угоню тачку. Все заебись, нахуй. Мы все, его, с тобой его можно так забрать. Ты взял, да? Да, его можно так забрать. Значит, я тачку хочу угнать, погоди. Стой. Блядь, он в дереве застрял, свалился. А, второй я не могу взять. Возьми, потому что сейчас приедут. Сейчас возьму. Сейчас возьму. Блять, вертолеты летят. Только вылезай, нахуй, тварь. Советую очень быстро все делать, потому что, во-первых, игроки это видят. Во-вторых, за нами, блядь, два вертолета летит, нахуй. Все, лечу. Пиздец. Вижу, все. Забери эту коробку. Скорее, блядь. Все, самое главное, нам теперь, блядь, только оторваться от, блядь. Есть, стоит кнопка? Я не вижу, есть. Я вижу, да-да, еду.
Блять, какие задания охуенные, слушайте. За нами два вертолета летит, блять, гасятся. Сука, да вы охуели. Не останавливайся ни в коем случае. Не-н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 е. Спасибо. Может, какой-то грузовик нахуй спиздить, я думаю. Или бронированный. Ну этот хотя бы скоростной. Сейчас. Ну хотя бы да. Направо, Алекс, направо. Понял, понял. Понял. Еду, блядь. Еще раз направо. Да понял, еду. Сука, они больно бьют. Они больно бьют, да. Блядь, не стреляйте. Мы и так еле задание-то выполнили. Вы охуевшие, что ли? Я чувствую, придется где-то в туннеле, я советую тебе. Сука, до туннеля, да, доехать, машину покрупнее. Блять, тут открытый верх, нахуй, нас убить. Ламборгини был. Я что увидел, то угнал, у меня уже времени на это не было, блядь. Что первый увидел, то угнал, блядь. Скажи мне, за 5 минут 5 километров ты проедешь? Ну, да, я думаю, да. А че нет-то? Ну, постараемся. Если только никуда, блядь, не врежешься, конечно, по дороге. Так, что у нас? Ну, мы едем, типа. Блять, там через воду придется хуйню творить, ёбаный. Ну, машина-то скоростная, в принципе, у меня. Я-то угнал-то неплохую, в принципе, а автомобиль-то... Только бы мне сейчас никуда не врезаться, блять, но не сипично. Бля, может вертолет? Не, она загандошит с воздуха. Вон классный автомобиль-то, блядь. Да, вот, но нам надо что-то типа Хаммера, наверное, блять, чтобы такое... Вот нас... Хаммер! Вот Хаммер! Чтоб нас не... Вот, тормози его нахуй. Блять, ну зачем уж ты там... Нахуй ты вышел, не беги, нет, умрешь же! А вон Хаммер, вон, ты тормози, блять! Вон Хаммер, вон! Садись, коренай, садись, блять, нахуй, нет времени! Нахуй, 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 хуй! Справа Хаммера, быстрее, блять, быстрей! Сука, блять! Садись, садись, ёбаный Хаммер! Садись, его нахуй, блять, садись, нахуй! Садись, нахуй, скорей! Бля, едем, едем! Все, поехали! Ой-ой, сука! Это было охуенно, блядь! Давно у меня таких эмоций не было. Вертолеты, идите нахуй! Идите нахуй, блядь! Мы теперь в Хаммере сидим, пошли в жопу. Вряд ли это нас спасет, но мы постараемся. Нет, чего? Ну может... Бля, 4 минуты, Алекс! Ну, я постараюсь, но это ж Хаммер! Он, блядь, нахуй низкоростной же нихуя. Ща попробую, блядь. Уж надо было Ламборгини какую-то ёбнуть. Там через воду, через воду там. Через горы, через расстояние. Может сократи немножко, не? Сократи, может. А ты уверен, что она в ту сторону? Окей, ладно. А если мы разобьемся? Хуёво будет. Бля, лучше не сокращай нахуй. Я зря посоветовал, ладно, я понял. Лучше так поедем. Блять, блять, 4 минуты нахуй. Давай быстрее. Поехали, сука, кусок дерьма, блять, выстроенного из жопы. Угнать побыстрее мы, блять, куда ты поворачиваешь, манда, блять. Ты же видишь, что мы едем, дура. Почему? А у нас задание, блядь. Ух, по нам ебашит, сука. По нам ебашит по полной программе, да. Ладно, давай я тут сокращу. Во, в туннельчик тот надо, только не упади, блядь, воду не надо. Не упади воду, блядь. Не, нихуя. Ничего, нахуя это все. Сейчас вырулим. Все будет хорошо, сейчас, вырулим, все нормально. Ебал такие нервы, блядь. Это пиздец, все вырули. Давай в ангар. Все хорошо. Наркотики в ангар решили два доставить, блядь, как-то, да? Два наркомана. Доставляют. Ну я сократил так охуенно. Если бы еще, блядь, вертолеты нахуй не мешали бы, тогда было бы вообще все хорошо. Да, 3 минуты. Я знаю, что это напрягает, блядь, но лучше сказать, чем промолчать. Да не заносишь ты, ёб твою ж мать! Что ж творишь-то, блядь? Я и так еле еду. Сначала, блядь, самолетом управлял, теперь этой ёбаной неуправляемой автомобилькой заебешься тут с такими заданиями, блядь. Я даже охрип, блядь. Нихуя со сколько эмоций. Блядь, у меня столько эмоций, что я даже охрип, как будто я сам, блядь, нахуй сижу в... Блядь, нахуй в тачке сейчас. Попробуй здесь очень осторожно, потому что ты видишь, там вода, хуйня вся. Тут резко направо, походу, я смотрю, да? Да. Тут резко. Да. Да не за нами. Дорога сельская, ёбаный, блядь, этот, сука, Хаммер, блядь. Как его заносит, ты видишь, да? Это пиздец. А ты там уверен, ворота есть? Должны быть, раз нам на радаре-то указано. Ну, должны быть, хотелось бы, блядь. Может, военные отпиздячат их? Может быть, да. Так, да блядь. Не заносишь ты! Ну я не знаю, что, блядь. Поеду задом, блядь. Ты что, вы? Нет, задом, пока 2 минуты. Там вообще есть проезд, блядь, на базу? Там вроде да или есть, блядь. Ну я по радару еду, я хуй знаю. Ну и что дальше-то? Что дальше-то делать? Алекс, надо объехать. Не ворота. Ну едь просто рядышком. Ладно, сейчас объеду, да. Я ебал. Сейчас вдоль поеду, подожди. Подожди, так дорога, куда ты? Дорога вот же вдоль. Нет, нет, блядь, какая? Назад. Дорога-то есть. Хорошо. Там, вот, смотри. Вот, я тебе поставлю метку. Вот давай, она, по идее, блядь, должна вести куда-то. Да, ты уверен в этом? Хорошо, ладно. Я не уверен в этом, я эту миссию, как и ты, первый раз делаю, блядь.
Поэтому просто надо как-то попасть на этот... Да ёбаный ты... Блять, я не знаю, что он делает, блядь, на дороге. Подожди, на там он прямо где-то есть какие-то дороги? Нихуя себе. Нам надо выехать вот на траекторию туда. Да, да, я понял. Вон дорога, вон справа. Давай я сокращу. Куда ты, блядь, с этой ебаной тачкой? Я сокращаю, все хорошо, все. Да, 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 вижу. Вон дорога. Но там ты не уедешь, там подпрыгнуть надо. Куда подпрыгнуть? Не проедешь ты по ними, блядь. Истина нахуй, просто там не проехать. Ты же как ёбаный лунтик, блядь, по кругу. Подожди, самое главное успеть, нахуй. Тихо, сейчас вот это там едет. 59 секунд. Куда ты едешь? На мост? С моста попробуй. Давай с моста попробуй. Чёрт, тебя так кружит-то, блядь. Вот, сука, сейчас будет обидно ебать залажать. Ой, блядь, обида ёбаная будет. Тебе надо выехать на ёбаную трассу, пойми. Давай, перепрыгивай! Вон, да, вижу, да. Сука, сколько времени нахуй потеряно. Я, блядь, хотел уже, блядь, залететь. Просто сбивай нахуй этот шлагбаум. Да все, поехали. 30 секунд, давай. Открывай нахуй. 25, 24. Сука, блядь. Только здесь не занесись, пожалуйста. 20 секунд. Ты помнишь, как ехать? Да, сейчас. Давай направо. Право. Или нет, или налево. Ты не заносишь ты кусок выстроенного из жопы. Как налево? Нам налево, блядь, надо было. Нам направо, вон же точка желтая, вон точка прямо желтая. Вижу, блядь, сука. Только не пропадай, я тебя прошу, пожалуйста, нахуй, приехали, блядь. Я доставил. Нет, я не доставил, сука, идите нахуй, блядь. Так задание еще не выполнял никто. Блять, главное, этот радар-то мигал, сука, блять. Я ж на него заехал, блять. Ты заехал на него, да? Заехал, да. Это, блядь, это не просто эпично. Мне даже не обидно, что мы его не выполнили. Мне даже это, в принципе, не обидно. Мне самое главное, как мы его выполнили, это задание. Самое кайфовое во всем этом, в принципе, в этой серии, как мы это задание выполняли. Это круче, чем, блядь, крепкий орешек, нахуй. Какой-нибудь ебаный Армагеддон, блядь. Или еще какой-нибудь супер, блядь, такой блокбастер. Такого, блядь, вы не увидите ни в одном фильме. Это я точно говорю. Пиздец, я сижу весь мокрый, блядь, как будто я сам сидел за рулем этого ебаного автомобиля, блядь, а. Сука, блядь, а. Это пиздец. Одна секунда. Нам бы... секунду, не хватит. Причем ты заметил, что я заехал на этот ебаный радар? А знаешь, почему нас, блядь, нахуй заносило? У нас, блядь, шины нет сзади. Ты видишь? Да. Видишь, что у нас шины нет. Может, мы напрасно, блядь, пересажили с камер? А ты думаешь, что ту спортивную не заносило бы? Ну, она скоростная, а я думаю, что нет. А хотя, если бы ей бы что-нибудь отстрелили, нас бы, скорее всего, вообще убило, нахуй. Так тебя и убило с самолета, блядь, я помню. Ой, бля, да, меня убило. Но фу, у нас же жизни-то были. Перерывчик, наверное, сделать, отдышаться хоть немножко, блядь. Слушай, это было вообще великолепно, я считаю. Это было охуенно. Да? Мне даже не обидно, я серьезно говорю, мне даже похуй на задание, вот мне серьезно, блядь. Но было... как мы его выполняли, особенно в конце, столько эмоций, блядь, одна секунда. Реально, мы не планировали этого заранее, серьезно, мы заранее вот этого не планировали. Но это как сценарий для какого-нибудь фильма, я тебе серьезно говорю сейчас, блядь. Это реально как, блядь, сценарий для какого-нибудь фильма. Меня это все настолько все заебало, и мне настолько это все обидно, нахуй. Мне вот настолько все, на секунды, блядь, ебучей, нахуй, не хватило из этого ебаного камеры, который заносит постоянно, блядь. Ой, блядь. Давай сделаем. Я надеюсь, ребята поддержат лайком, подпиской. Это было реально очень круто. Это было, сука, секунда. Это секунда, нахуй, в секунду. Это секунда в секунду, да. Причем я заехал на этот ебаный радар.
Ох, ну это, ну, блядь, люди, согласитесь, что это было правда очень круто. Да. Это даже не важно, что мы это задание не выполнили, хуй бы с ним, блядь, да хрен с ним. Самое главное, как мы его выполняли, блядь. С какими эмоциями, с какими криками, с каким ором, блядь. Я прямо как будто сам нахуй играл эту роль, блядь. Потрясающе, правда, потрясающе. Конечно, ГТАшки браво, блядь, ГТАшки браво. Супер. Все. Все. Да, до скорой встреч, надеемся, что в следующий раз получится. Пока-пока. Если сил будет, у нас много, да, то сделаем. Все, давайте. Пока-пока. Пока-пока.